никаких симптомов не было. А потеря зрения в одном глазу считается? Возможно. А временный паралич? Определенно. Пара симптомов, пожалуй, все-таки была. Почему к врачу не обратились? Он посоветовал мне сесть на диету. Господи, пап, от временного паралича? Я думал, это из завеса. Похоже, вам всем надо поговорить. Неистово смешная драма. Вы что, поругались с отцом? Он меня уволил. Не знал, что ты на него работал. Чаще надо звонить. Это что, крендельки с мороженым? Мамины любимые? А как насчет инфарктов? Они у нее тоже любимые? Я тебе не нравлюсь? Тебя ненавидит медбрат? Он женат на Гвен. На твоей Гвен? Ух ты, отлично выглядишь. У меня не осталось к ней никаких чувств. Слышишь? Какой интересный... Она же только что родила. О, я не то имел в виду. Режиссер Джон Красински. Как Ребекка? Нормально. Мама говорит, у вас сложности. Вы поэтому не женитесь. Привет. Это сон? Нет. Мне нравится Ребекка. Настойчивая. Да. С мужиками только так и надо. Марго Мартиндейл – одна из лучших актрис планеты. Ты что делаешь? Я согласился на развод, а не на то, чтобы чужой мужик ошивался вокруг моих дочек. Ложись. В чем дело? Джон, ложись. Он смотрит. Блин, не работает. Что? Кресло не работает. Толкай. Не работает. Он идет. Он идет. Шарлотта Копли, Чарли Дэй, Джош Гробан, Ричард Дженкинс, Анна Кендрик, Джон Красинский, Марго Мартиндейл. Если честно, после всего, что у нас было, я даже не знаю, хочешь ли ты ребенка. Прости. У нас близнецы. И ты в ужасе. Может подойти? Вообще, плач полезен для детских легких. Укрепляет или типа того. Я в этом сомневаюсь. Холлеры. Как ты Квин успокоила? Никак, это Джон. Есть хочешь? Страшно. Идем есть. Супер. Ну что, доча? Пора байки, хочешь? Издеваешься? Love you.